В стенах Казанского федерального университета прошел увлекательный квест, посвященный Дню России. Организаторами мероприятия выступили Институт психологии и образования и Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания. Студентам всех институтов вуза предстояло ответить на вопросы, касающиеся, пожалуй, главного в жизни человека – Родины. В нашем случае это Россия. В программе задания на знание истории, культуры страны и многое другое. Это ежегодное мероприятие, которое мы проводим, и оно посвящено Дню России. И в рамках этого мероприятия у нас проводится квест «Моя Россия» и круглый стол «Мы связаны с тобой одной судьбой России». Задача студентов как раз выполнить задание и найти и составить карту, пазл. Соответственно, кто первый это сделает, тот и победил. Человек, любой студент – это в первую очередь гражданин и патриот. Патриотизм, он прививается в семье. Гражданственность, да, человек получает потом, по достижению определенного возраста. Патриотом можно быть в разных областях, да. Можно любить свой институт – это патриотизм. Можно любить свой университет – это тоже патриотизм. Мы рассматриваем патриотизм именно через слово «любовь». Любовь к тому, что мы делаем, любовь к тому, где мы учимся, где мы работаем, в каком городе мы живем, в каком регионе мы живем и в какой стране. Поэтому, да, мы считаем, что это важно. Важно проводить такие мероприятия, важно любить то место, где ты живешь. На мероприятии не раз прозвучал один банальный, но все же интересный вопрос от студентов. Почему дата празднования именно 12 июня? На самом деле День России – один из самых молодых государственных праздников в нашей стране. Он отмечается с 1999 года. И дата выбрана потому, что именно в этот день, в 1990 году, Съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. В декларации было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. И важной вехой в укреплении российской государственной власти стало принятие нового названия страны – Российская Федерация. Для меня очень важны какие-либо патриотические мероприятия, то есть особенно мероприятия подобного характера, потому что они в целом рассказывают о стране, о нашей родине. Они, наверное, мотивируют на то, чтобы мы больше узнавали о нашей стране, о том, чтобы мы больше как-то вникли в суть того, вообще, где мы живем и насколько богата наша история. Пришло время подводить итоги. По результатам проведенных заданий третье почетное место занял Химический институт имени Бутлерова, второе – Институт филологии и межкультурной коммуникации. Абсолютными победителями стали студенты Института фундаментальной медицины и биологии. Аделина Абдрахманова, Карина Саяхова, Александр Антонов, Универ Новости.